Здарова, ребят, с вами Илья, и сегодня я хочу хоть примерно ответить на часто задаваемый вопрос по оптимизации игрушки Fortnite на Android-девайсах, или если попроще, то на каких устройствах игрушка будет работать. Ну ура, в общем, поехали. Я думаю, что все уже знают, что есть мобильные версии игрушки Fortnite, и многих интересует именно Android-версия, и я немножко напоминаю. Сейчас вообще идет активная разработка именно Android-версии, скоро беточка уже будет доступна, и пока точных дат нет от самих разработчиков. Как только дата появится, я, конечно же, вам сообщу, поэтому буду держать вас в курсе дела. Ну и сегодня я решил немножко порассуждать на тему оптимизации этой игрушки. Вообще, Fortnite была мной испытана на трех девайсах, это iPhone 10, там полет просто отличный, iPhone 7, в котором были небольшие лаги на высокой графике, и еще iPad Air 2, где уже дела чуточку хуже. Вообще там на iPad графика была понижена, и есть более такие сильные лаги, которые в принципе не мешают игре, однако имеют место быть. К сожалению, я не тестил игрушку на iPhone SE, просто потому что у меня ее нету, и прошу вас сделать это за меня. Напишите в комментариях, если у вас есть iPhone SE, и мне интересно узнать, как там вообще полет, нормально ли все работает. Ну, судя по всему, там будет примерно как на том же iPad Air 2. В общем-то, ребят, тут на самом деле несложно догадаться, сопоставить телефоны и примерно понять, как игрушка будет себя вести. То есть это будет примерно следующим образом. На телефонах уровня Samsung Galaxy S7 или выше игра будет идеально работать, и если у вас что-то похожее, то вы можете просто не париться. Если у вас телефон уровня iPhone SE по процессору, то, скорее всего, лаги будут, однако они не будут сильно вам мешать, и вообще, возможно, с будущими обновами эту тему пофиксят. Ну, и если у вас какое-то вообще слабое Android-устройство, то особо ожидать нечего. На айфонах, на, допустим, том же 5S или даже 6, Fortnite уже не поддерживается, поэтому и на аналогичных телефонах на Android будет та же самая история. В любом случае, это все пока мои догадки, точно неизвестно, что там нас ждет, но могу сейчас уже сказать, что игрушка очень классная по графике, она красочная, достаточно круто выглядит, по сравнению даже с той же ПК-версией, особо ничем не отличается, поэтому телефон нужно, как вы понимаете, иметь мощный. Ну, ладно, в общем, жду от вас в комментариях по поводу iPhone SE, надеюсь, что кто-то из моих подписчиков, в общем-то, заценит игрушку и нам вот тут вот отпишется. Ну и будем на этом на сегодня заканчивать, жмите Лукаса, обязательно подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик. Ну и будем на этом на сегодня заканчивать, до скорых встреч и пока.